участников. Матвей Рудник. Также Никита Онищенков. Вадим Врублевский. Ну, хотелось бы увидеть представление. Ну, пока нам показывают. Верьте нам. Да. Вербицкого. Результаты. Ну, вот, ну, вот ребята, перешли, да. Да. Алексей Ефанов, Никита Курбанов. Ну и тройка. Даниил Цыплаков. Призер чемпионата мира в Дохе. Бронзовый призер. Илья Иванюк. Ну и серебряный призер. Михаил Акименко. Да, прекрасно. Мы анонсировали дуэль Акименко и Иванюка. А на самом-то деле, все-таки Данил Цыплаков, он набрал хорошую форму в этом году. Данил Цыплаков сейчас будет пытаться взять 2-10. Данил Цыплаков 2-10, ну, должен вообще с закрытыми глазами. Ну, моргнул, скажем так. Илья очень позитивный, хорошо настроен, всегда поддерживает, как бы так обращается к публике. Это вот настоящий такой современный спортсмен. Молодец. 2-10. Первая попытка. Ну, пока просто наблюдаем, кто у нас участвует и как они, какое у них настроение сегодня, да, так скажем. Там сейчас уже Даниил Цыплаков будет. Ну, вот как раз он на экране. Ну, молодец, не забыл значок ЦСКА. Так что красавец. Как будет в прыжке? Тут тоже все спокойно, без вопросов. 16:49 у Дмитрия Чижикова в первой попытке. А вот Иванюк. Ну. Пока нет, но Анжелика Сидорова. После первой попытки в тройном лидирует Дмитрий Чижиков. 16:49. Мы эту попытку с вами видели. Ну, пока. И хорошая была попытка, ну а вот Илья Иванюк, это предыдущая высота. Мы помним, что он 2.15 с первой не взял, но это понятно было, что какое-то недоразумение. Согреться надо было просто, да. Да, не более того. Никита Онищенков. Да, тем временем Даниил Цыплаков, его вторая попытка на 2.20, первая была неудачная. Ну, здесь гораздо все спокойнее. Так и должен был, наверное, с первого прыжка. То Илья Ванюка третья попытка на 2.20. Он взял, молодец, слава богу. Испугал нас всех. Да. Аж чизкейк в рот не лезет, да? Сильно он впечатление произвел на вас. Конечно. Матвей Рудник тем временем. У мужчин уже 2.24 в высоте. Без шеста, в обычной высоте. Хотя у нас в российских СМИ очень часто приписывают, что та же Маша Ластикини, трехкратная чемпионка мира, да, в прыжке с шестом. Они иногда подпутывают. Ну, таким образом догнала она Елену Исинбаеву. Не берет пока Матвей 2.24. Напомню, что тут они последовательно выступают, мужчины и женщины, два разных соревнования, и поэтому, ну вот. Ну вот Иванюк 2.24. Сегодня с первых попыток сегодня вообще не дается. Трудно, да? Что-то всем, да, даются прыжки. Трудно, я имею в виду высоту. Да, ну, может быть, Миша Акименко все и изменит. А у женщин в прыжке в длину завершилась первая попытка. И там лидирует пока Полина Лукьяненкова 6.48, у Елены Соколовой 6.41. Ну, Миша главный летун сегодня в секторе для высоты. Да, все пока спокойно. Сейчас, да, и... Илья Иванюк. Илья Иванюк. Ну что ж, опять пяточками. Все-таки у Илюши там сегодня много ошибок. Явно, что он, в общем-то, прыгает хорошо и в свою силу, что называется. Но очень много что-то ошибок. Очень неплохой результат. Знаете, а вот немножко ввели в заблуждение нас статистические данные. А Виктор Пинтусов-то продолжает. Вот прыжок Илюши. Небольшой задержкой, но лучше так. Лучше, да, чтобы было успешно. А вот нам не показали попытку Никиты Курбанова. А Никита показал очень хороший результат для себя. Молодой парень, что очень достойный результат. Даниил Цыплаков, 2.28. Ах, ну что ж такое-то? Почти.
Так, у нас Илюша Иванюк, 2.28, первая попытка. Ну, вот это уже, да, пошла высота. Ну, нет. Ну, что-то у Илье сегодня не прыгается, что называется. Вот не прыгается ему. Да. Ну, вот как раз. Да, самый летающий сегодня парень в высоте. Все спокойно. Ну да, мы в поиске соревнований по шесту. Это у нас финал. Финал сейчас будет бега на 60 метров у женщин. И Илья Иванюк пока на экране. Ой-ой-ой, ну что ж ты не стоишь-то так? Данил Цыплаков, 2.28. Последняя, третья попытка. Пока только Миша Акименко взял эту высоту. И третья попытка сейчас у Цыплакова, затем у Илюши Иванюка. Ну, нет. Неудачно. Будем объективны. Во-первых, не так уж и много стартов пока было у нее. И, во-вторых, ну, все-таки сегодня у нас 7 февраля. До конца сезона, еще как раз до пика, по сути дела, сезона, есть время. Ну, да все, дождались. Давайте, Миша Акименко, 2.33. Один прыжок. Ай, как было близко. Это было даже круче, чем 2.32. Ай, как было близко. Да, ну вот не зря я говорю, сдвижка одна произошла, и вот он что-то, да, улучшил, конечно. Там есть стартовые протоколы, будут, конечно, и итоговые результаты. Ну и все, теперь в центре внимания будет атлеты. Церемония награждения, и мы благодарим Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики. Миша Акименко получил свою награду. Молодец. Да, хорошая была попытка на 2.33. Было близко, было близко. Может быть, сразу стоило ставить, да? Да нет, это вот я, как я говорил во время трансляции, что вот такая сдвижечка, она иногда психологически помогает просто себя как бы перетряхнуть, встряхнуть и дает какой-то дополнительный стимул.